Всем привет, мои любимые, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал, на мою кухню. Всех очень рада здесь приветствовать. Сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусный новогодний салатик. Это салат ананас. Это один из моих любимых салатов. Салат получается очень нежный, воздушный, вкусный. Думаю, все, кто пробовал этот салат, его оценят по достоинству. Давайте готовить. В первую очередь необходимо заранее отварить одну большую куриную грудку весом примерно 450-500 граммов. В немножко подсоленной воде просто отвариваем до готовности. Затем остужаем и мелко нарезаем, как показано на видео. Перекладываем в салатник. Далее нам потребуется баночка консервированных ананасов. Я купила уже нарезанные. Отправляем ананасы к мясу. Можете по желанию использовать также свежие ананасы. Добавляем баночку кукурузы. Салат необходимо посолить и поперчить по вкусу. Я использовала 1/3 чайной ложки черного перца и соль по вкусу. Ну и конечно же салатик необходимо заправить. Я добавила 200 граммов сметаны и граммов 50 майонеза. Все это хорошенечко перемешиваем, и салатик почти готов. Я уже уложила блюдо, на котором буду подавать салат, салатными листьями. И выложила салат. Красиво необходимо салат пригладить, утрамбовать и посыпаем сыром. Сыр можно брать любой, главное, чтобы был не соленый. У меня сегодня гауда. Потребуется нам примерно граммов 50. И для того, чтобы придать салату вид ананаса, делаем такую сеточку из майонеза, украшаем грецкими орешками и укропом. Ну все, дорогие мои, наш вкуснейший, легкий, нежный салат готов. Не знаю, как вы, а я обязательно приготовлю этот салат на новогодний стол. А я вам, как всегда, хочу сказать спасибо за просмотр, за лайки, за теплые комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!